Я приветствую вас, уважаемые моделисты. Продолжаю сборку модели автомобиля DeLorean в масштабе 1 к 8 от издательства Eagle Moss. В этой серии будут собраны номера с 69 по 74 включительно. Номера во многом повторяют сборку из предыдущей серии, так как в прошлом ролике я собирал левую дверь, а в этом ролике будет собрана правая. И чтобы серия не была скучной, в конце ролика я соберу улучшенный конденсатор потока. Имея внешнюю часть двери, можно проверить работоспособность стеклоподъемника. В целом схема рабочая, но пока я не могу собрать дверь из-за того, что не уверен, может ли Arduino менять полярность. Если Arduino это не под силу, то нужно искать другой электромотор. Знатоки Arduino, отзовитесь, мне нужна ваша помощь. Смотрел сборку зарубежных моделистов и увидел у них, что они зеркала заднего вида устанавливают на магниты, чтобы в процессе сборки не отломить их. Сделаю так же. Thank you.
держится отлично. Что касаемо защитной пленки от Майка Лейна, не рекомендую. Использовать ее исключительно на этапе сборки, а потом снять, так как полностью избавиться от пузырей у меня не получилось. Семидесятый и 74-й номера идентичны. Так что возьму лифт двери из 74 номера и прикручу к кузову, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому номеру. А вот тут что-то пошло не так. Сломал винт. Высверливаю его. В итоге винт я высверлил. Начал вторым винтом прогонять резьбу и также его сломал. Повторно высверлить у меня не получилось из-за обломанного кончика сверла в корпусе винта. Переломав практически все свои сверла, я решил вклеить эту пластину. Насколько я понял, эти пластины не несут на себе никакой нагрузки. Лифты будут прижаты элементами кузова. Далее сборка повторяет этапы прошлой серии.
отверстия под электромотор пока не делаю. Как получу ответ по Arduino, так и буду принимать решение. Либо оставляю этот мотор, либо заказываю другой, либо делаю стоковые стеклоподъемники из шестеренок. На этом сборка данных номеров закончена, и я перехожу к сборке конденсатора потока. Площадку нужно нарастить, так как она уже корпуса и имеет люфт по двум осям. Для этого использую пластик от доширака. Thank you.
Красить корпус буду краской от Mr. Color H307. Она идеально подходит по цвету. We'll be right back.
Кто следит за моей сборкой модели, наверняка обратил внимание на то, что в прошлые выходные не было серии. Пришлось отложить ее на неделю из-за полученной посылки с конденсатором потока. Я уже монтировал отснятую сборку номеров, но получив конденсатор, решил вставить процесс его сборки в эту серию, чтобы она не была такой скучной. На этом все. Лайки и комменты под видео. До скорых встреч на канале Армия Масштабе.